Застали врасплох. Судебные приставы провели рейд по всей области, чтобы взыскать алименты с нерадивых родителей. Вопреки расхожему мнению, треть из тех, кто имеет задолженность перед детьми, – женщины. Подробнее о сюжете моих коллег. Идеальная тактика работы с неплательщиками – неожиданный набег. Так говорят сами приставы. Их задача – прийти, когда не ждут. Иначе ценные имущества спрячут или самих должников не будет дома. Сегодня запланирован рейд именно по должникам женского пола. Обычно, как правило, все думают, что должниками является только мужской состав, но также и женский есть. Это все женщины приблизительно относятся к категории граждан малоимущих. Приставы на ногах с 5 утра, но повод гордиться своей работой есть. За день удалось вернуть почти 40 тысяч рублей. И это результат только одной группы. Меж тем, нежданные гости стучатся в дома должников по всей области. Нежелание расстаться с деньгами, плохие отношения с бывшей супругой или непринятие ребенка – это самые частые причины неуплаты у мужчин. Треть от общего числа должников – женщины, и им зачастую попросту нечем платить. Как правило, их не берут на работу из-за болезней, например, из-за ВИЧ-инфекции. По крайней мере, они так говорят. А на что ты живешь? Супруг. Гражданский супруг. То есть помогают ему родители, но так как сейчас родители продают дом, он сейчас убьется из всех сил, чтобы его прокормить и обеспечить. В Новосибирской области сейчас 17,5 тысяч должников. Год назад их было на 1000 больше. Благодаря запретам, например, выезжать за рубеж и работе судебных приставов, семьи с брошенными детьми получили 260 миллионов рублей. Станислав Блинов, Рафаэль Адам, Александр Егоров. Новости ОТС.